Я 19-летний астроном-любитель Филипп Романов, первооткрыватель 23 переменных звезд, первую из которых мне удалось открыть именно в Подмосковье в январе 2016 года, где я жил до переезда в Москву, когда мама продала свою однокомнатную квартиру в городе Королеве, пятиэтажном доме старой постройки, и купила всего лишь 13-метровую комнату в коммунальной квартире в Москве, где у меня нет даже места для рабочего стола, и где из-за вынужденного тесного соседства с чужими людьми у меня нет возможности заниматься наукой астрономии в полную силу имеющихся у меня знаний. Мама вырастила меня одна, своего жилья у меня не было, и я переехал из Королёва в Москву вместе с мамой. Но теперь у меня есть шанс выиграть собственную уютную квартиру в Подмосковье, где я хочу жить среди чистого воздуха и под звездным небом, вдали от городской засветки, совершать новые астрономические открытия, внося свой вклад в российскую и мировую науку и прославляя Подмосковье. Так, третью премию присудить студенту 3 КМТ Романову Филиппу за сочинение «Дорога к звездам». Ему вручается диплом третьей степени, памятная медаль международного... Наконец, первое место! Команда радиотехнического отделения, занявшая первое место в музыкальной конференции. Очень приятно, что сегодня такое...